Всем привет, дорогие друзья! Я сидела в офисе и вдруг услышала очень сильный дождь, порывы ветра. И сегодня днем, утром была хорошая погода, а сейчас начался очень-очень сильный ливень. Сегодня четверг, и на пятничный рынок на завтра продавцы уже привезли свои товары, но никого нет, потому что идет очень сильный дождь, и прям очень сильный дождь и очень сильный ветер. Вы можете услышать гром. Прям вот так вот внезапно начался такой сильный дождь и ветер. Часа не прошло, полчаса назад я пришла в офис, и началась вот такая вот непогода. А вы, кстати, любите дождь? Я на самом деле очень люблю дождь. В дождь работается, можно закутаться в теплый плед, налить вкусный чай и работать под звуки дождя. Ну, в общем, здорово, даже такая погода мне в Алане на самом деле нравится. И как вы видите, погода очень переменчивая, особенно зимой, особенно в январе месяце. Утром было тепло, а сейчас вот такой вот сильный дождь. Ну и, конечно же, я хотела сегодня снять для вас видео, сходить на море, показать центр Алане. Но, как вы видите, не получится, потому что очень-очень сильный дождь. И засняв дождь, я подумала, что на моем канале уже очень много новых подписчиков, и с некоторыми из вас мы не знакомы. Поэтому сегодня я расскажу, потому что поступает этот вопрос о том, где вы работаете, чем вы занимаетесь в Алане. И сегодня я проведу опять экскурсию по нашему офису. Многие уже знают, многие здесь уже были, летом постоянно приходят. Спасибо большое, дорогие друзья. Наш офис всегда открыт для всех. Если вы в Алане, обязательно заходите в гости на чашку чая или кофе. Ну, а в Алане я живу... Вот такой вот дождь. В Алане я живу с 2010 года. И вместе с моим мужем мы занимаемся брендингом, дизайном, маркетингом, полиграфией и печатью. Работаем с многими турецкими и иностранными компаниями. Но офис наш находится в самом центре Алани, в районе пятничного рынка. Наша компания называется ProMedia Brand Agency. Мы занимаемся печатью, дизайном, стратегическим развитием компаний, брендингом и маркетингом. Офис у нас небольшой, вот одна из частей нашего логотипа, и в офисе, офис у нас оформлен в корпоративных наших цветах, это фиолетовый и серые цвета. Здесь работает у нас юноша, который занимается публикацией статей. Здесь обычно сидит Айхан, занимается своей работой, а мое рабочее место находится вот здесь, где я провожу большую часть своего времени, встречаюсь с друзьями, с клиентами. В общем, вот такой вот у нас совершенно небольшой офис, но самое главное в нашем офисе – это то, что мы делаем, а занимаемся мы брендингом и дизайном. И здесь у нас висят наши слоганы, что no more standard designs, что означает нет стандартному дизайну, только уникальным работам. Да, только уникальным работам. И основные принципы нашей компании — это сначала мы разрабатываем концепт, потом дизайн. Хороший дизайн — это залог хорошего бизнеса, и никогда не бойтесь, стремитесь мы к лучшему. Мы занимаемся брендингом как небольших компаний, так и крупных компаний. Мы занимаемся созданием брендов, мы занимаемся созданием логотипов, стратегическим планированием развития компании, маркетингом в социальных сетях. В общем, всем тем, что
влияет на продвижение вашего бизнеса как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Но покажу вам сейчас некоторые примеры. Для одного иностранного клиента мы разрабатывали концепцию упаковки для цветов и подарков. Это была эта фирма Lady Pink. Мы создавали логотип и полностью дизайн упаковки для этой компании. Ну, здесь очень мало примеров. Начался град! Друзья, вы, наверное, такого еще не видели. Но идет настоящий град. Все, 5 секунд буквально, и град прошел. Но наконец-то мне удалось. Посмотрите, я прям хожу по граду, и хрустит снег. Вот он, град. Видите, даже град залетел в... Град залетел в офис. В общем, друзья, теперь вы увидели снег, дождь и град в Алании. И небо очень быстро светлеет. В общем, такая вот сегодня у нас уникальная погода. Фантастика. Просто фантастика. Продолжаем дальше про работу. Мы занимались разработкой упаковки для цветочной продукции. Это был очень классный проект, очень интересный. Мы работали с международными специалистами. Ну, в общем, это было очень-очень здорово. Ну, здесь у нас в офисе стоят награды за дизайн, который мы получали в позапрошлом году, в прошлом году, в этом году за лучший дизайн рекламы в печатных изданиях. Мы также являемся членами ассоциации журналистов, поэтому многие спрашивают, как мы связаны с журналистикой. Мы являемся членами ассоциации журналистов, поскольку мой муж занимается журналистикой, и мы печатали до этого года журналы на английском, русском, на шведском у нас был, на финском языках и на норвежском языках. Сейчас все в интернете, сейчас мы уже не печатаем. Если говорить о других проектах, более простых, то мы печатаем и карты, и блокноты, занимаемся печатью бумажных пакетов, разрабатываем, например, каталоги для компаний, которые занимаются недвижимостью. Очень интересный был у нас проект для компании Bynshot. Мы разрабатывали для них каталог. Опять пошел град. Настоящий град. Вот он. Такого дождя, друзья, вы, наверное, еще не видели. Много разных проектов, над которыми мы работаем. И сейчас, например, мы занимаемся созданием косметического бренда, бренда косметики для одной русско-китайской компании. Это очень интересно, но, конечно же, это нелегкая работа, потому что даже для того, чтобы создать какой-то небольшой логотип, вот как я вам, например, показывала, вот этот логотип для компании Lady Pink, мы работали, ну, не меньше месяца, это точно, потому что для того, чтобы создать только логотип, нужно провести и исследование, нужно сделать исследование рынка, нужно посмотреть, какие цвета, нужно использовать шрифт, каждая полосочка, каждая
точечка в логотипе имеет очень большое значение, поэтому даже для создания логотипа мы всегда просим от 2 недель до месяца. Ну а если это полностью концепция, например, развития бизнеса в течение года, например, в социальных сетях, то на эту работу, чтобы ваш бизнес был успешным в социальных сетях, нужно продумать концепцию минимум на год и в соответствии с этой концепцией работать, создавать посты. И также в этих постах фотографии, каждое слово, каждая точечка, черточка, буковка отбирается отдельно. Это очень важно для успешной работы бизнеса. Поэтому мы всегда говорим, как я вам уже сказала раньше, сначала концепция, потом дизайн. Сначала мы создаем концепцию, продумываем ее, и только потом уже делаем дизайн. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилась наша погода сегодня. Чуть-чуть успокоилась. Я думаю, что дождь снова опять пойдет и снег. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Пишите, звоните, приходите в гости. Всегда будем вам рады. Всем всего хорошего, всем пока. Из такой вот снежной, дождливой и ветреной.